Блять. Короче, да, даже не знаю, что сказать. Поздравляю тебя, Женек, с твоим днем рождения. Годы уходят, а мы стареем. Но самое важное — проживать свои года продуктивно. Больше находить в них смысла. Больше радоваться, больше делать, больше получать отдачи от людей, которые вокруг тебя, от самой жизни. Ты у нас человек веселый, так скажем, разносторонний. Поэтому я рад, что мы с тобой вообще познакомились когда-то. И общаемся, дружим. Надеюсь, ты ценишь нашу дружбу так же, как я ценю нашу дружбу с тобой. И ты тоже знаешь, и все, думаю, знают, наверное, что если ты мне позвонишь ночью, либо я тебе, неважно по какому поводу, бухнуть, либо разобраться с кем-нибудь, либо рассчитать какой-нибудь двигатель и так далее, мы друг другу не откажем никогда в общении. Также хотел пожелать, помимо того, что здоровья тебе, здоровья твоей жене, здоровья твоим детям, здоровья твоим родителям и всему твоему окружению, кому ты сам желаешь здоровья. Все остальное придет. Ну и с днем рождения. Быстрая тачка. Валит прям. Женек, привет. Рад знакомству. У тебя скоро светлый праздник. Это день рождения. Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, успехов. Набраться терпения, больше сил. Дети, они тебе понадобятся. Для того, чтобы построить быстрые машины твои все. Чтобы они отъебали всех. Береги кулаки свои, они тебе тоже пригодятся. Ломать жизнь другим людям. Тем пидорасам, которые тебе не дают ночью спать. Блядь. Женек! Не буду многословить. Здарей, короче. Дорогой наш Евгений, хотим тебя поздравить с 26-летием, пожелать тебе здоровья, счастья, удачи. Также от себя, от нашего коллектива, автоколлектива. Мы знаем, что ты очень любишь машины, так же, как и мы, чтобы они у тебя постоянно ездили, не ломались, постоянной вот этой моросни не было. И самое-самое важное, ну ты знаешь, что для меня это одна из моих, как сказать, частей жизни, это чтобы ты добился успехов в РДА, ну и как следствие, добрался до РДС и показал там всем, где раки зимуют. Ну, в нашем стиле. С днем рождения тебя. Мне тоже надо что-то сказать, да? Давай, поздравляй, Женечек. Короче, Женек, с днем рождения тебя. Всего тебе самого-самого. Здоровья, самое главное, удачи. Потому что это, я считаю, самое главное. Все остальное дело наживное. Ты парень здоровый. Огромный, я бы сказал даже. Ну да, большой парнишка. Большой, да. Большой мальчик. Вот, я не знаю, что говорить. Все круто. Все. Да что говорить? Все круто. Ну и заебись, что. На самом деле, если серьезно, то желаю тебе, чтобы у тебя все было и ничего за это не было. Самое лучшее поздравление в 21 веке, особенно в России. Еще желаю тебе, чтобы у тебя было все стабильно в твоей эмоционально нестабильной работе, чтобы ты скорее выздоровел и начал заниматься спортом. Возобновил свои тренировки, если быть точным. С днем рождения! Брат, хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе самое главное — это здоровье тебе, твоей семье, твоим детям и твоим родителям, конечно же. Им большое спасибо, что воспитали такого друга, такого брата, который и кайфануть можно, и на помощь всегда придет. Ну, брата, говорить много не буду. Будь здоров. Главное, чтобы все цели, которые ты перед собой ставишь, чтобы ты их достигал. Ну, чтобы все было четко у тебя. С днем рождения, брат.
тебя на голове пожар, да? Нормально. Женек, хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе в этом году, да и вообще в целом, большого личностного роста. Как человека, как личность, в семье, на работе. Большого развития в медиа-контенте в своем. Стать просто королем Ютуба, получить в этом году золотую кнопку. И я очень рад, что мы с тобой познакомились. Ты очень хороший человек. Пусть все твои машины тебя не подводят, а друзья не расстраивают. А мы, в принципе, тебе поможем абсолютно со всем. Ты знаешь, к нам можно обратиться и ко мне, и к Сереге. И в целом к сервису. Ну что, у тебя сегодня великий праздник. Этот день чисто твой. В этот день, 26 лет назад, ты появился на свет. Я скорее поздравляю, в первую очередь, твоих родителей за рождение такого человека, как ты. Ты, вот лично ты, очень мне сильно помог, поддержал, когда у меня была очень сложная ситуация в жизни. Вот, и за это тебе огромное спасибо. Тебе уже много что пожелали. И еще буду желать долгое время. Ну а лично от меня тебе просто огромное спасибо. С днем рождения. Что ж, Женек, вот и настал тот твой счастливый день, твой день рождения. Все, что могу тебе пожелать, это успехов в дальнейшем, в развитии твоих машин, в постройке новых, более мощных. Ты, как всегда, стараешься добиться всего и лучшего. Так не отступай от своей мечты, иди вперед. Не забывай тех друзей, с которыми ты когда-то начинала, которые тебе в этом помогали. Сколько проблем не было, та семерка, М5. Все это фигня. Все прорвемся. Будет все лучше гораздо, как всегда. Жень, сегодня у тебя день рождения. Я даже не знаю, я думаю, ты сегодня услышишь много теплых слов. Много волнительных, может быть, для тебя моментов, много, возможно, какие-то открытия в словах людей будут сегодня. От себя я лично хочу сказать, я искренне поздравляю тебя с днем рождения. Я, если я общаюсь с человеком, ну, довольно хорошо, то я действительно это делаю искренне. Женек, всего. Удачи, как говорят, фарта по жизни. А что-то такого, я даже не знаю, чего тебе желать. На свадьбе нашего общего друга прозвучала такая довольно забавная фраза, я ее сейчас повторю. Женек, оставайся дальше таким же надежным, как 2JZ, и таким же озорным заводным, как S85. В остальном, ты не знаю, у тебя все будет, и у тебя все для этого есть. Красавчик, Женечек, с днем рождения тебя. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе успехов в этой жизни, чтобы был здоров ты, твои близкие, родственники. Я надеюсь, ты всегда будешь таким же красавчиком, каким ты являешься. С днем рождения тебя.